Утро воскресенья на центральном стадионе началось с бодрой спортивной зарядки и продолжилось соревнованием команд комбината «Уралазбест» под названием «Хризотелиада». Именно так наше градообразующее предприятие отметило свой профессиональный праздник – День строителя. Что удивительно, здесь предприятие из города Екатеринбург, это «Уральский Хризотил», это команда «Стилобит», которая тоже Екатеринбург. Значит, два предприятия у нас, Белгород и Стерлитамак, фиброцементные заводы представляют. Ну, остальные предприятия города «Асбест», которые входят в систему комбината. Что очень важно, здесь выступает команда «Асбестовского политехникума». Это базовое учебное заведение для комбината. Я хочу сказать, что это главное учебное заведение профессионального образования в городе «Асбест». А всего было 16 команд, в которые входило более сотни участников. Основная задумка организаторов «Хризотелиады» – сделать соревнования максимально командным. Значение здесь имеет не столько сила и спортивные навыки, а сколько ловкость и слаженная совместная работа. Каждый год в рамках этого состязания для участников готовятся новые интересные задания. В этом году у нас получается достаточно много новых элементов. Самый крутой, я бы сказал, элемент – это вертолет. Значит, ребята вообще в восторге. Ну, часть других тоже элементов – это и тир. Тоже впервые это присутствует здесь. Поэтому праздник удался, я считаю. У нас состоялся дебют «Талисман Хризотик», который мы конкурс проводили среди жителей города, среди работников корпоративной структуры на лучший талисман. И победил Хризотик, мы его заказали, сделали. И вот два дня этот, будем говорить, прекрасный чудик присутствует на всех наших мероприятиях. После того, как все команды прошли каждое из испытаний, судьи подвели итоги. Третье место завоевала команда центра АСУ. Серебро досталось спортсменам завода теплоизоляционных материалов. Ну что, чествуем победителей! Первое место спортивной эстафете среди работников предприятий корпоративной структуры «Уралазбест» команда «Рудоуправление». Отметим, что более 2 часов на свежем воздухе команды проходили 9 этапов соревнования. Спорт есть спорт, в этом году удача улыбнулась рудоуправлению. В следующий раз другие команды обязательно возьмут реванш. Ждем новый день строителя и новые интересные конкурсы «Хризотелиады».